написано, названа Евой. Адам назвал ее Евой. Почему? Она стала матерью всех живущих. Я хочу обратить внимание на это слово «живущих» в настоящем времени. Не «поживших» написано, а «живущих». Хотя в то время сколько было живущих? Ну, только двое. Все остальное шло верой, воспринималось, что будет в будущем. И вот, когда-то мы придем на небо, Еву встретим, и, наверное, нам захочется с ней побеседовать. Или вам нет? Мне хочется. Некоторые вопросы задать хочется. Как вот было в начале? Как было в начале? Кого бы вы еще назвали верующей из сестер? Ну, очень известно, да, Сара. Причислили бы ее к верующим сестрам? Конечно, да. Она и в Писании названа, да. А вообще, воспитанием этой сестры Бог позанимался. Хотя один проповедник так сказал, Авраамом Бог занимался 25 лет, воспитывал его, а Евой один раз. Одной беседы хватило и перевоспитал. Ну, не знаю, мне кажется, больше. Но Бог воспитанием Евы достиг хороших результатов. И вот в Писании, если смотреть... Евы или Сары? Сары, я оговорился, простите. Воспитанием Сары Бог достиг многого. Я посмотрел в Писании, хочу четыре дела веры Сары назвать. А потом назовем, какую награду ее веры получила. Вот дело веры. Она странник, живущий в шатрах, как и муж. Да? Бог позвал Авраама, он взял жену, и жили в шатрах. В то время, как другие строили города. Можно назвать, что это дело веры? Можно. Другие города, другие там себе больше уюта, больше приюта и другого, а она с одного места снимается на другое, потому что муж говорит, все, идем дальше. Нам Бог сказал пройти поперек и продолить эту землю, но только прижились в одном месте. Так, собираемся, идем дальше. Ну и постоянно в шатрах. Не так просто, да? Не так просто. Следующее дело веры, которое мы можем назвать, она называла мужа господином. Сестры, вы помните, как это произошло? В Писании как свидетельствует, что она мужа назвала господином? Когда к нему обращалась, или это происходило в сердце? А? Вы хорошо подумали, хорошо читали? Она называла мужа господином, но когда в Ветхом Завете про это написано, как раз это происходило в сердце. Как же это может быть, что Бог мне даст такое утешение, когда и господин мой стар? Она сама в себе так говорила. Это почему это хочется подчеркнуть, что это так крепко в ней засело, что муж господин, что она уже, наверное, и во сне, и наяву, и когда... про себя говорит или открыто, называла его господином. Это ее дело веры. Еще. Она уповает на Бога, когда муж слабеет в вере. Вы помните эти случаи, да? Пришли в Египет, на Авраама напал страх. Хотя, когда они... странствовали по земле Аморейской, там зла было больше. Но так как Бог их там хранил, и страха не было. В Египет Бог Авраама не посылал, но он туда пошел сам, поэтому сердце поселило страх. И теперь она не смутилась ни от какого страха, потому что уповала на Бога. Да, это написано в Петра.
Потом в Герарской земле повторение случая. Опять Авраам про нее говорит. Это моя сестра. Ну, я не буду развивать эту мысль. Вы сами понимаете, какой ужас мог нападать, ну, за себя, переживания. Она в эти моменты уповала на Бога. Уповала на Бога. Это дело ее веры. Да? И четвертое еще хочу сказать. Она бдительно охраняет сына от дурного влияния. Когда она заметила, что Измаил насмехается, не совсем понятно, насмехался ли он над Исааком, или просто Исаак присутствовал при его насмешках, но и то, и другое сильно портит. И когда она это заметила, она говорит Аврааму: «Выгони рабыню вместе с ее сыном, ибо не наследует мой сын с этим человеком». Ну, вы помните, да? Аврааму это показалось неудобным, трудным. И тогда Бог с Авраамом заговорил. Ну, вот это дело ее веры. В воспитании быть бдительной, чтобы веру, воспитываемую в Исааке, сохранить, и чтобы ее никто не испортил. Со стороны влияния не испортило те ростки веры, которые насаждались в Исааке. Давайте посмотрим награду веры. Какую награду Бог Саре уделил за ее вот такую веру? Ну, первое мы сказали, живет в шатрах. И вот, смотрите, Авраам сидит в знойный день у шатра, она, наверное, в шатре, и вдруг Авраам видит трех странников. Он принял их за людей. А это были посланники неба. Помните, да, эту историю? Теперь, когда Авраам принял их, она удостоилась кормить посланников неба. Вы заметили, может быть, небопосланники от грешников питания никогда не принимают. А от Божьих людей принимают. От сереньких таких не хотят принимать. Например, когда Авраам говорит: давайте мы вас накормим, они говорят: сделай, как говоришь. А когда к Лоту пришли, не хотели. Он их просто должен был убеждать. Но что у Сары интересно? Авраам позвал этих трех человек, как он думал. Потом написано, что ангел, один из них ангел Господен. И Саре говорит: побеги, побыстрее замеси 3 саты лучшей муки. Сестры, это сколько муки, знаете? 2 10-литровых ведра муки с горкой. 3 саты муки, это столько объема. Сколько хлеба получится? Ну, кто хлеб печет? Знаете, я поинтересовался, на современный лад, вот в магазинах булки продаются, 35 булок. 35 булок, если столько муки. Что-то булочки у тебя маленькие. Маленькие, булки, да? Да. 2 ведра муки и 35 булок. А сколько получится? Ну, булок 20 получится. Ну, смотрите. Пусть 20, согласен, пусть 20 булок. Килограммовые булки, там 20 булок. Скажите, трем мужикам сколько булок хлеба надо, чтобы пообедать? А? Хватит? А сколько останется, да? А вот интересно, она печет, да? И напекла, и теперь в шатре отдыхает, и слышит: у Сары будет сын. Мне ли держать это утешение? Вот награда веры. Да? Там потрудилась, верою мужа называла господином, и вот пришла награда –
пришла награда. И получает силу родить. Награда веры. Получает силу родить. В Евреям так написано, да? А еще награда веры. Под первым посланием Петра, 3 глава, 6 стих написано, что она получила от Бога силу не смущаться ни от какого страха. Мне как-то захотелось посчитать, какие страхи мучили Сару. Вы знаете, мне показалось, я посчитал примерно 8. Какие страхи мучили Сару? Я не буду сейчас перечислять. Вы постарайтесь сами прочитать историю Сары и проследить, какие страхи ее мучили. Ну, первый, муж говорит, пойдем, Бог позвал нас странствовать. Она говорит, Авраам, куда пойдем? Не знаю. А как мы там будем жить? Не знаю. Вы бы пошли? Ну, так написано. Пошел, не зная, куда идет. Ее дело веры, она пошла. Ну, а мог смущать ее страх? Как же там будет? Мог, но она уповала на Бога, да? И вот получила силу родить, не смущал ее, получила награду, не смущаться ни от какого страха. И дошло до того, что ну, смущение могло быть сильно, когда, ну, например, в Гераре Авраам говорит, это сестра моя, ее взяли, у мужа забрали. Он первый раз прощения не просил, когда в Египте было. И сейчас о ее уповании. Да? И награда вернулась, семья, и еще он, муж попросил за всю страну, женщины стали рождать, а Авимелех Саре дал свидетельство. Помните, какое? Дал покрывало и сказал, перед всеми ты оправдана. Объявил на весь мир, вот это награда веры, объявил на весь мир, ты оправдана. Да? Еще. Она способна выражать волю Божию в жизненных вопросах. Вот это тоже награда веры. Бытие 21.12. Не хочется Аврааму изгонять Измаила. А вы помните, Бог ему говорит, послушайся Сару и во всем, что она тебе не скажет, слушайся. Сестры, в каком случае Бог смело может сказать, во всем слушайся, ну, Сару, в каком случае? А в том случае, когда у Сары хорошее богообщение, и когда она хорошо знает волю Божию. И тогда и Авраам, и от Бога может слышать, и через Сару может слышать тоже выражение воли Божией. И Авраам так и сделал, встал рано утром и выполнил то, что Бог хотел. Хотя воля Божия была выражена первый раз через уста жены. Это награда веры, когда человек способен выражать волю Божию в жизненных вопросах. И еще награда веры Сары, она поставлена образцом для всех верующих христиан, жен. Поставлена образцом. 1 Петра 3:6 про это написано. Сестры, обратите внимание, на тысячелетия она образец. И написано, вы дети ее, если поступаете, как святые жены. Давайте посмотрим другую сестру, Лию. Помните такую? Жена Иакова. А в чем было ее дело веры? Она верующая или нет, как вам кажется? Ну, во всяком случае, стала верующей, да? В чем выразилось ее дело веры? Я хочу подчеркнуть один момент, Бытие 29.35. Когда она родила четвертого сына? И она, когда его родила, назвала его Иуда и сказала, «Теперь-то я прославлю Господа». Первых трех, когда рождала, она говорила там другие слова. С другим было, так сказать, сердце занято. А вот теперь, когда Иуда,
теперь-то я прославлю Господа. Сестры, когда мы начинаем следить за судьбой Иуды, то мы можем там найти награду за ее веру. Теперь-то я прославлю Господа. Этот сын имел лучший характер, да? Он был способен повиниться, когда виноват. Помните случай с со снохой? Он говорит, она правее меня. Да? Он был способен себя как бы в жертву отдать. Когда надо было идти за хлебом, он отцу говорит, пусть Вениамин идет со мной, но если вдруг что случится, то душа моя пусть будет вместо его души. И отец отпустил. Он как бы жертвовал собой. Да? И еще он был способен брать на себя ответственность. Вот интересно, у евреев там вообще считалось так, старший должен за все отвечать. Но когда только экстремальная ситуация, то Иуда шел впереди. И потом дальше в поколениях уже, да, не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель. Вот ее награда веры. Но больше еще, Бог слышал молитвы Ильи. Так написано тоже в этой главе, мы можем найти. И услышал Бог молитвы Ильи. Тоже награда ее веры. И она вошла в гробницу святых. Когда Яков умирал, он это подчеркнул. Меня похороните там, где Авраам, где Исаак, и где я похоронил Лию. Хотя по жизни, если взять, мне кажется, Яков Лию полюбил только в старости, а в молодости постоянно обделял. Но ее вера получила награду. Теперь-то я прославлю Господа. И получила хорошую награду, такую, что плодами награда ее веры, и мы еще с вами пользуемся. Иисус Христос тоже из колена Иудина. Давайте посмотрим Есфирь. Такую, помните, сестру? Сирота по жизни. Если у тех все было устроено, Еву там сам Бог сотворил. У Лии все было устроено, мама, папа. А вот Есфирь – сирота. Двоюродный брат ее воспитывает. А что было делом ее веры? Вот в чем мы видим, что она верующая. Вера проявилась делом, из этого мы заключаем, она верующая. Что бы мы назвали делом ее веры? Послушание. Действительно, она послушна в детстве, в юности, она послушна и как зрелый человек. Послушание. Ну, еще можно назвать делом ее веры. Вы помните книгу, да, я не называю, всю книгу не читаю, но вот 4.16, например, здесь видно написано, да, она говорит, если погибнуть, погибну. Что это за вера? Это вера, она говорит так, нет? Она готова жертвовать собой. Это дело ее веры. Потому что в опасности был весь народ, ее народ, и она готова идти как бы в заступничество за свой народ. И если погибнуть, погибну, но заступаться буду. Сестры, давайте посмотрим награду ее веры. Уже в этой жизни, я хочу подчеркнуть, в этой жизни, не в загробной, как Бог наградил ее веру, послушание и вот жертвенность собой. Во-первых, ей подарен народ свой, да? Она избавила евреев от истребления. Ну, помните историю же, да? Как это происходило, развивалось, мы не останавливаемся. Но награда ее веры, народ, целая нация избавлена от истребления. Еще больше, иудеи возвышены. До этого иудеи были или, так сказать, наравне со всеми, или в презрении. Аман, например, презирал, и для него показалось мало уничтожить одного Мардохея, давай уничтожу
весь народ. И когда вышел указ, думаю, что по всем 127 областям язычники, в общем-то, торжествовали. Ну, оторвемся теперь хоть на ком-то. Теперь, после этого, иудеи возвышены, после ее подвига веры. Возвышены, и там написано, многие стали иудеями. Наоборот, перешли теперь в это. Больше того, сердце царя стало на стороне иудеев. Сестры, это много или мало? Сердце царя поставить на сторону иудеев, ну, в то время. Ну, к примеру, в наше время бы сердце президента поставить на сторону верующих. И это сделала одна царица. Это много или мало в вере? Это много. Но я хочу другую сторону сказать. Она просила об этом или нет? Я не уверен. Но награда веры у нее такая. Просила за свой народ, чтобы только не погибнуть. А вера проявлялась в послушании и в жертвовании собой. И больше того, награда ее веры заложен фундамент к восстановлению израильского государства. Когда мы читаем книгу «Есфирь», и книгу Ездра, книгу Неемии, то мы там находим, что Артаксеркс выдал указ восстановлять храм, восстановлять Иерусалим. И когда Неемия отпрашивается, вы помните, как там было? Царь Артаксеркс сидит вместе с кем? С царицей. И благословляет Неемию, иди в город гробов отцов твоих, восстанавливай. С трудом там, но восстанавливалось. Но сердце царя и фундамент восстановлению израильского государства – это плод веры, послушной Есфири. Братья и сестры, как хочется подражать. Вот в простоте, простое послушание и тот призыв жертвовать собой, а мы его в Новом Евангелии тоже имеем, а награда веры – вот такая величественная, такая величественная. Я хочу привести теперь пример еще за одну сестру, за которую мало говорят. И мало замечает, может быть, ее подвиг, но она тоже спасла страну от беды. Эту сестру звали Рицпа. Вы помните такую? Рабыня, но очень красивая. Рицпа означает горящий уголек. Ну, по-русски сказать, кровь с молоком. Саул на эту рабыню обратил внимание, обратил ее себе в наложницы. И она родила ему двух сыновей. Когда родила первого, назвала именем, второго родила, тоже именем назвала. К сожалению, я сейчас запамятовал значение их имен. По-моему, от значения одного должен жить в царских чертогах, а другого тоже наподобие. Но потом ее судьба случилась так. Когда Саула не стало, то ее военачальник, его военачальник надругался над ней. Ну, а потом Давид взял верх, царством стал Давид, Бог с Давида взыскал долг Саула. Саул задолжал перед Богом в справедливости, потому что старался уничтожить гаванитян по ревности за израильский народ, а израильский народ имел клятвенно обещал гаванитянам жить среди Израиля. Вы помните эту историю? Теперь, так как Саул уничтожал гаванитян, теперь самого уже нету, то Давид должен был все-таки с гаванитянами рассчитаться, как-то загладить эту вину, чего он не сделал.
как ответственный за царство. И Бог послал на израильское государство голод. Один год голод, второй год голод, третий год голод. Бог не сдается, там можете представить себе, все начинают вопить уже и прочее. И тогда Давид вопрошает Господа: почему голод? Господи, ответь. Бог говорит: это за кровожадный дом Саула и сыновей его. Тогда он зовет гавенитян и говорит: что вам сделать, чтобы вы благословили наследие Господне? Они говорят: ничего не надо, но вот 7 человек выдай, мы повесим их пред лицом Господним. Это будет расчет. Вот из того, тех потомков, которые нас истреблял, мы вот так вот сделаем расчет. Давид говорит: выдам. И пошел, и взял 5 сыновей Мировы и 2 сына Рицпы, наложницы Саула, и отдал им. И они их повесили пред лицом Господним. Закон требовал, если кто-то наказан тем, что будет повешен пред лицом Господним на древо, то он мог висеть сколько? До вечера. И потом надо было его снять и похоронить. Грешник, не грешник, надо было похоронить. Давид им выдал, они их повесили, так сказать, себя удовлетворили, можно сказать, ушли. И Давид ничего не делает. И закон Господень больше не выполняется. Что делает Рицпа? Вы помните? Она берет вретище, стелит у этих виселиц и днем и ночью отгоняет птиц, хищников, ожидая, чтобы исполнился закон Господень. Сколько она просидела там и караулила, знаете? В середине апреля она села, а в конце октября Давид спохватился. Никто ее не менял, никто ее не защищал. Не знаю, одобряли или нет, но ее настойчивость, что нужно выполнять закон Божий, как он написан, дошел до царя только через 1/2 года. И тогда царь поднялся, взял слуг своих, велел похоронить Саула, сыновей его и вот этих повешенных с почестями царскими. И написано, когда их похоронили, тогда Бог смилостивился над страною израильской. Братья и сестры, скажите, Рицпы вера большая или нет? Ее мало кто, может быть, тогда похвалил. И как в Екклезиаста так написано, так и есть. Похоронили, сделали, Бог помилостивился над государством. Награду ей никто не обещал, и похвалу там Давид не выделил. Но дело ее веры имело награду. В чем награда? Спасла страну от голода. Бог умилостивился только после того, когда все было сделано, а сделано было за счет нее. Кстати, интересно, 7 человек там отдал Давид, 2 имена написаны, 5 нет. Я думаю, это потому, что ее вера, она и сыновьям передавалась, и они тоже войдут в спасение Господне. Ну и последнюю, кого хочу еще назвать, это Раав, язычница. Часто ее и Писание называет Раав, блудница. Помните ее, да? И Писание ее отмечает тоже, что она была верующей.
ее вера отмечается, что она веру приняла и с миром, соглядатаев, с миром она их отпустила. Но в чем ее дело веры? Можем сказать? Приняла соглядатаев еще. Договорилась, чтобы родственники были спасены, помните, да? А еще быстро привязала веревку. Это тоже дело веры. Быстро привязала веревку. Вы знаете, она же могла бы так рассчитывать. Я их на 3 дня отправила в другой конец. Значит, 3 дня они будут ворачиваться. Значит, 6 дней у меня в запасе. Потом могу вешать веревку. Ничего подобного. Она сразу привязала веревку. Да, это дело веры. А награда? А награда ее веры сохранила жизнь ее, сохранила жизнь родственников и всех, кто услышал и был в ее квартире. Кстати, интересно, ее дом находился в стене, помните, да? Стены Иерихона рухнули, а этот участок должен был остаться, и так он остался, так написано. Иисус Навин послал людей, и они вывели из помещения, где Раав блудница. Вот. И еще награда ее веры. Устроилась ее судьба. Можно было подумать, ну, ее прошлое такое, пусть радуется, что живет, да живет как-нибудь. Ничего подобного. Бог ее наградил, ее веру. Ее судьба устроилась, и она еще вошла и в родословную Господа нашего Иисуса Христа. Сестры, давайте подумаем о нашей практике, где мы получаем награду за веру. Может быть, стоит помолиться, чтобы Бог нам больше глаза открыл. Ведь нас Господь тоже сильно награждает за веру. Вера имеет великое воздаяние и в этой жизни, и в будущей. Не так давно мне пришло служение связано, я летел, должен был лететь на самолете. И вот я возвращался со служения уже, в Москве посадка в самолет. Я получилось так, один из первых зашел, в первой половине самолета в мое место сел. Ну и пассажиры заходят плотным рядом таким. Вдруг заходит один молодой человек, ну в этом ряду, он меня увидел и так приветливо меня приветствует. Я на него глянул, ну память у меня на людей плохая. Я на него глянул, в памяти ворошу, не могу вспомнить кто. Но он меня так тепло поприветствовал. Ну я потом, посадка кончилась, оглянулся, а он, оказывается, сел на ряд сзади меня, его место, через проход. И никто с ним больше не занял место. Посадка кончилась, ну я пересел к нему. В самолете так можно, когда пустые места. Пересел, я говорю ему: «Ты кто?» Ну, он говорит: «Я вот тот-тот». «А, говорю, я ж тебя знал, когда ж ты под стол пешком ходил. Сколько тебе сейчас лет?» 25. «Ты женат?» «Нет». Я говорю: «Я тебе желаю, чтобы ты стал таким же счастливым, как я. Я с тетей Аней уже 35 лет прожил. Тебе, знаете, случилось непредвиденное». Видимо, я громко сильно сказал. Мужчина, который сидел впереди в ряду, поворачивается к нам, говорит: «Вы извините, что я в ваш разговор вклиниваюсь, но вы ко мне обращаетесь, скажите мне, как вы смогли 35 лет с одной женой да счастливо прожить?» Вы знаете, я полполета был под впечатлением. Для нас вроде это, знаете, так просто. Мы счастливы в семье, да? В десяток, 35 лет, сейчас уже больше чуть... Прожили с женой, и это наше счастье. Сестры, а это награда нашей веры, нет? Это награда. Награда наша, Бог награждает. Для них уже в миру там просто непонятно. Уже он на меня смотрел, как на какую-то, знаете, диковинку какую-то, что вроде так не может быть. Ну, а из того, что я сказал этому знакомому-то молодому человеку, получалось, что я, ну, искренне говорил. Он это понял. Вот если мы возьмем
нашу обыденную жизнь. Возьмем в церкви, возьмем наши отношения. Сестры, сколько мы можем увидеть, где Бог нас наградил. Мы имеем великое воздаяние за веру Господу нашему Иисусу Христу. Великое воздаяние и в этой жизни, и в будущей. Если мы научимся это ценить, нас совсем не будет тянуть, смотреть в сторону Содома. И хотел бы призвать, чтобы мы, когда видим, где мы имеем награду веру уже в этой жизни, это рассказывали нашим детям и нашим внукам. Это действительно ценно. У нас нет времени, мы могли бы так вот друг друга поспрашивать, где ты видишь, что Бог тебя наградил. И мы бы получили много свидетельств, сестры, братья. Правда, Бог дал великое воздаяние тем, кто Ему верует. Ему слава. Аминь. Помолимся.